Привет, ребята, с вами Калиса, и я продолжаю играть в Cops of War PlayStation 1 версию американского региона, команда инженеров на харде. И впереди финальная миссия, 25-я, well. Ну что ж, поехали. Хотя бы как-нибудь ее пройти, без разницы, сколько выживут. Мне уже ничего открывать тут не надо, медали никакие зарабатывать не надо. И это будет непросто, даже просто пройти, я думаю. Потому что легенды, они сразу будут тут на харде страйки пускать. Не по одному, а по нескольку. Так, дай-ка я загружу состояние. Блин, куда я вставал, что он не попадал, по-моему? Как-то же я обманывал. Вау. Ну, что-то в последние разы так уже не случается. Ну да, вот. Ладно. Будем действовать тогда по-другому. Надо вскрывать эту консервную банку. Эх, за два хода. Хотя бы под пистолет попал. Так, первый зеленый будет. Блин, я бы мог этому мину поставить. Ладно, бежим к зеленому. Времени уже мало остается. Успею ли я? Хоть что-то сделать. Дальше синий. Вау, больше 40. Так, теперь к голубому идем. Блин, мы полкинем, да? Это плохо. Блин,
затем красный. Погоди-ка, там еще желтый стоит. Хочу этого окунуть. Добегу я до красного, успею. Надо к водичке поближе. Да, но еще желтый есть. Вообще беспредельщик. Вообще не туда отлетел. Ну все, сейчас будет авиаудар. Сразу. Рядом, чтобы этого отравить. Дать до конца. Во! Куда его надо направлять? Водички. Блин, Изи еще поживет, да. Так, желтый. С этим надо что-то делать. И зеленый тоже страйк примерно. Вот это вот плохо. Минус один. Yeah.
остался без внимания. Желтый еще смещает. Дротик. Так, синий бы хорошо бы потопить. Заняться кем там? Заняться. А кто следующий ходит? Красный, да? До красного я не дойду. Надо зеленого гасить. Тоже страйк есть. Точнее, не гасить, а чтоб он ход пропустил. О, отлично, они оба пропустят ходы. Но красный сейчас уничтожит кого-то. Моего. Гатамена добьет. Так, зеленый, синий, трупы. Желтый. А, голубой тоже труп там. Тот, который голубой. Вот этого голубого надо водичку обмануть. А это вот тоже, кстати, хорошо бы. Желтого не так много остается. Выживет. Но, блин, еще походит. Еще обычный страйк. Давай. Так, ну вроде пройдем мы эту миссию. Почти все погибли. А, я пропускаю ход. Этот рип. Так, надо к голубому идти. Или... Нет, желтого надо ваншотить. Потом идти разбираться с голубым. А, стоп, там же... А красный труп или не труп? Я что-то про красного забыл. Я забыл про красного. Хрена хп еще. Блин, он даже не окунулся. Thank you.
нету больше мины. Хреново. Ладно, может, гранатка его потоплю. Готов. Ну хотя бы двое выжили. Ладно. Нет бонуса выживания. Ну и ладно. Все равно нам от этого медали не начислят. Вот мы и завершаем челлендж за инженеров. На харде. В будущем, возможно, будут и другие челленджи. Есть еще бомбардиры. Минометчики. Есть еще медики. Так, кто стал лучшим по итогу? Китамен. Да, на первом месте. Мизерамос на втором. Я на третьем, Серж на четвертом, Рена на пятом. Ну как-то так вот. И на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в других прохождениях. Всем пока.